Пуплей, а дешевки пирамира на коленях, у меня нет достоинства. Ему не надоело? Бабок, гордости, Алексей, спасибо тебе, Алексей, за 50 рублей, спасибо, да, Алексей, за 50 рублей, привет, добрейший чёрчик, Алексей, от дешёвки пирамира, дешёвка пирамира, умоляет, клиник за донатики, передает приветики, за деньги, почему у меня нету бабок, пирамира, так жестоко скатился, я подорвался, у меня нет денег, бабок, Даша, покушать, что со мной происходит, ребят, что со мной происходит, мне так тяжело, я стал жалким позорником, жалким ничтожеством, помогите, ребят, помогите, позовите на помощь кого-нибудь, позовите на помощь, умоляю, умоляю, ребят, позовите на помощь моего кумира. Мой кумир всей моей жизни. Я здесь. Всей жизни жалко дешевки пирамира. Я здесь. Николай. Кто? Николай. Какой Николай, блядь? Пирамира. Помоги пирамиру. Николай. Иисус. Это настоящий Иисус. Иисус, я твой фанат. Ой, чат. Ты должен меня услышать. Выслушай меня, Иисус. Иисус. Я тебя слушаю. Я жалкая дешевка пирамиды. Я хочу стать, как ты, как легенда моего мира. Я не, я тебе не советую, братан. Иисус, когда начнешь растить мышцы, сколько надо задонатить, чтобы ты начал качаться? Как ты, Иисус. Смотри, я же такой же, мы с тобой одинаковы. Я хочу стать... Где мы с тобой одинаковы, братан? Ты смотри свои здоровые, бля, бицепсы, и чё у меня? Красавчиком, как ты, Иисус. Давай, Иисус. Бля. Иисус, посмотри. Посмотри на меня, Иисус, умоляю. Мы с тобой одинаковые. Мы с тобой одного. Ну что мы не одинаковы, нахуй? Не рассказывай здесь херню. Мы с тобой два яблочка. Два яблочка, Иисус. Иисус. Все, пизда. Я знаю, что он теперь не отстанет, походу. Умоляю, Иисус. Зря зашел, да? Я его стригерил. Блядь! Да ты ебанутый, зачем ты мне нахуй свою ногу показываешь, когда я к тебе на стрим захожу, дурак, блядь. Иисус, умоляю, не отворачивайся. Иисус, ты должен это увидеть. Иисус. Да убери, я вижу, блядь, все, я увидел, убери. Не отворачивайся от пятки. Ну, блядь! Иисус, умоляю, не ignore пятку. Передаю привет, Андрей Добрейший Вечерочек, Дане Шепелеву, привет, Добрейший Вечерочек, дешевки пирамира на коленях. О, Господи. Не, ну в чем-то мы похожи, да? Ребята, извините меня за это, я не специально, правда. Вы должны поверить, что это не специально. Даня Шепелев, тебе привет. Я дешевка пирамир, я умоляю на коленях. За деньги. За деньги, потому что посмотрите на меня, кем я стал. Я стал жалким дешевкой, позорником пирамиром, который... Бля, может на него пародию сделать, так же подрубить стрим. И не на что жить. Я дешевка Хайсуса, я. Помогите, кем я стал. Эш. 16-го года я был Ферамир, кумир миллионов. А кто я теперь? Я теперь Хисус. Че, охуел? Чик сексуальный Хисус. Это я. Нет, ты не Хисус. Хисус, почему ты меня не узнаешь, Хисус? Я тебя узнаю. Как такой можно не узнать? Клон, двойник, брат-близнец. Хисус, почему Хисус, ты меня не любишь? Хисус, сказал, умоляю, Хисус. Просто меня пугаешь, ты пугаешь меня своим поведением, бро. Еще, Иисус, еще говори со мной. Передаю привет, Добрейший Вечерочек, Дане Клочкову, Богдану Лобову, Александру и Лене Кайджину. Слышишь, я тебе хочу совет дать. Модератора в чат набери, у тебя в чате пиздец. Модерация тебе нужна в чате, у тебя хоть один модератор есть? У тебя один модератор сидит и никого не банит. Один модератор. Красивый красавчик Иисус. Я стал сексуальный красивый красавчик Иисус.
Передаю привет, добрейшие учебные человечки. Никита Данилин, Никита Данилин. Привет, одни шумки Фермира. Я жалкое ничтожество и позорник. У меня нет достоинства, нет гордости. У Фермира нет достоинства и бабок. Вот кем я стал, ребят. Я стал жалким, жалкой пародией самого себя. Я больше не легенда. Я теперь попрошайка, умоляю, да, на коленях задонатики. Я дешевый Фермир, дешевле воздуха. Бля, помнишь, ты говорил, а где хоть один парень, который на камеру кривляется, как те девки из ТикТока? Вот, получи, распишись. Слушай, ну, я имел в виду сексуализацию, да, то есть, как те девки кривляются, они же батят все-таки внешностью, там, с сиськами и так далее в ТикТоке, на это дрочит. Ну, а на это ж дрочить как? Ты что, подрочил на его пятку, может быть, я не знаю, или то, что он там вот здесь показывает? Тут просто сумасшедший человек. Тут реально клиника. Ну и понятное дело, что он прикидывается, господи. Зайди на его канал, там его девушка такое делает. Чё? В смысле, зайди на его канал, там его девушка такое делает. Я и так на его канале. На ютубе, что ли? Бришь вечерочек, майнкрафтер Азлагор. Привет, майнкрафтер Ферамир. Бля. Он еще и на ютубе это говно выпускает. Добрейший вечерочек, ребята. Я в Майнкрафте Фермир, ребята, кучили все деньги. Я скатился, я поломался. Пожалуйста, дайте мне совет в комментариях, как мне все исправить. Прошлой трансляции зайди. Бля, так у него девушка есть, оказывается. И она еще это все снимает. Ей вообще нормально, что у нее парень такой херней занимается? Чего, блядь, ему в комментах пишут? Попробуй обворовать бабушку-инвалидку на улице. Боже, осуждаю. Что за хрень вообще? Его девушку до этого забанили, потому что у нее порвались трусы. Чего, блядь? А можно этот моментик? И чё? Зашел. Прошлые трансляции. Алё, нахуй. Вы вообще про что? Чё там его девушка? Где там трусы? А, бришь вечерочек! На ютубе есть. Вика from Днепр, это его девушка? Это она? Это она? Да ну нахуй. Серьезно? Это его... Ебать. Так она же на OnlyFans дрочит. Ай, тогда все понятно. Один лучше другого, они оба долбоебы. Я понял, господи. Ёб твою мать. А я ее видел же... Ой, у кого она? У какого там стримера известного была? Я еще думаю, что лицо у нее такое знакомое? А это что, реально? Это она? Охуеть. У Мелшера она была, да? Пиздец. Мелшеру? Мелшеру. И пятерке. Спасибо, спасибо большое. Сердечко. Спасибо большое. Так, где сек? Охуеть. Так, Ферамир же жил в Днепре с этой девушкой в свои золотые времена. А теперь в Дубае. Не в золотые времена. Она не его девушка, она рассталась с ним, алло. Ну, тем не менее. Боже, кошка-собаки. Что такое кошка-собака? Что это? Мелшер, это ты самый крутой, это ты самый крутой. Спасибо. Блядь, кошка-собака. Кошка-собака. Там кошка-корова. Ой, кошка-корова. А, корова. Это корова? Это кошка. Ой. Это она на Твиче, чтобы понимать. Так, ну мы это поняли, СП-сервер и сам. Я даже не знаю, что кто из них лучше, блядь, Ферамир или она. Нихуя себе, она в спортзале занимается? Что она делает? Она голая, ну как голая, в трусах и в лифчике, позы всякие делают. Ей донатит, говорит, покажи кошку, блядь. Ну она раком встает и начинает жопой трясти, это типа кошка. Под что танцевать будем? Под что танцевать будем? Бля, там лютая кошка-корова, блядь. Не, ну это конечно, ну спину разминает, да, нихуёво.
Короче, рассказываю. Я вчера кидаю рейд на Феромира. Я вижу стриме с Феромира. А чё с Мазеловым? Ты видел это? Так. Я кидаю на него рейд. К нему приходят 2000 зрителей. Вот. Так. И он начинает исполнять кринжатуру, типа, да, ближний черочек, друзья, сегодня я майнкрафтер Феромир, я и мои динозавры. О, донат приходит, там динозавры такие, он говорит, вот они, мои динозавры, я не набрал. Я ему звоню, ну, я думал скинуть на, ну, я подумал, что он извинился как-то, что он стал адекватным Феромиром. Я ему звоню, говорю, что за кринжатуру ты творишь, блядь. Вот, у него расходятся зрители, он исполняет вот эту хуйню. У него разошли зрители, осталось сначала 700 человек. Эти 700 человек начали ему говорить, ты вообще видел, что там твоя жена, блядь, Вика, вот это вот исполняет в интернете? Он говорит, что, я не знаю, я не понимаю, о чем вы говорите. Да. Окей, короче, я понял, блядь. Понятно. Умоляю, простите меня за это. А по сколько он часов вообще это делает? Тут уже 50 минут он этим занимается. Да сколько часов он так это сидит? Сквад кринги, ну в принципе да, соответствует. А в ТикТоке у него такая же залупня. Ой, блядь.